Приветствую вас. Для начала рекомендовал бы вам определить, подумать, почему любимый человек ушел от вас, чем было продиктовано такое его поведение, такой его выбор. Постарайтесь сформулировать эти проблемы, эти факторы, и подумайте, что можно было бы сделать, чтобы эти факторы убрать. Определенно, человек ушел из-за каких-то противоречий, каких-то проблем, возможно, неудовлетворенности, возможно, непонимания и так далее. Но ключевое слово во всем этом, это именно противоречие. То есть противоречивость состояния человека. Вот что заставило вашего мужчину уйти. И, соответственно, вам желательно подумать над тем, как можно это противоречие снять. Условно говоря, противоречие можно снять путем либо уступки молодому человеку, либо противоречие можно снять путем компромисса, нахождения компромисса. Так или иначе, это то, что вам нужно сделать, будет в обязательном порядке. Иначе конфликт, он будет, даже если вы вернете молодого человека, то все равно конфликт будет давать о себе знать. Далее, вы пишете «я хочу», и сразу возникает вопрос «для чего?». Постарайтесь отграничить то, что, чего вы хотите для себя, от желания сделать любимого человека счастливым. Это все-таки немножечко разные вещи. И если вы отграничите свои собственные желания от желание сделать любимого человека счастливым, то вам будет гораздо легче, например, воспринимать его, и гораздо легче находить с ним общий язык. Гораздо легче относиться к нему более правильно, более адекватно. И последнее, это то, что для того, чтобы вернуть человека, нужна основа. Основа – это общение. Постарайтесь занять такую позицию в общении, постарайтесь придать общению такую форму, которая была бы комфортна именно для молодого человека, и тогда вы имеете все шансы его вернуть, если у него остались чувства. Пожалуй, вот эти моменты являются основными для возвращения молодого человека. Если у вас какие-то вопросы дополнительно остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. И вам определенно требуется работа со специалистом, так что или дополните свой вопрос, или выберите эксперта и начните с ним работать лично. От себя я хотел бы пожелать вам удачи, от себя я хотел бы пожелать вам всего самого доброго и принятия верного решения, так чтобы это не вредило вам.